озеру перекрыто шлагбаум, знак кирпич, знак дорог запрещена. И тоже написано «Преодоленная». То есть доступ к озеру кем-то преграждён дорога. Тут турба, сказать, «Преодоленная». Ограничил доступ людей к озеру. Озеро Вкрыжино. Большое, красивое, но малоизвестное, потому что находится вдали от основных асфальтовых дорог. Проезд идет по грунтовкам, по проселочным разбитым дорогам, поэтому о этом озере мало кто знает. На многие километры раскинулось. Тут уже памятник находится. Подойдем, посмотрим сейчас. Но проход к памятнику перекрыт. Лед практически полностью озеро покрыл. Диск солнца скрывается на горизонте, на леющей закате. Красота. Сзади нас памятник летчикам, героям-летчикам, вот пулемет стоит. Здесь вот типа пляжа, зона отдыха, грибки сделаны, столики для отдыха. Вот оно озеро. На много километров надо.